Исполнительный комитет Одесского горсовета изменил тарифы на вывоз мусора. Теперь одесситам придется платить больше. Новая норма накопления твердых бытовых отходов для жителей многоквартирных домов составляет почти 3,2 кубометра и 5,5 для жителей частного сектора. Отметим, что увеличение этих тарифов фактически совпало с изменением цен на коммунальные услуги. Если изменение ценовой политики на свет, газ и тепло зависит от правительства, то цены на вывоз мусора устанавливает город. Встановлення норм є необхідною умовою для того, щоб затвердити схему санітарного очищення нашого міста. Згідно з правил, затверджених Міністерством ЖКХ, ще норми повинні переглядатися раз на 5 років. Останній раз норми були для населення затверджені у 2006 році, для підприємств – у 2008 році. В результате этих изменений одесситы будут платить за вывоз мусора в многоквартирном доме 18 гривен 70 копеек, а в частном 32 гривны 36 копеек. Чиновники также отметили, что в 2016 году была сформирована рабочая группа, которая проводила анализ деятельности коммунальщиков. А стандарты действуют только 5 лет, то есть еще год цены могли не меняться. Но новые нормы якобы нужны для утверждения схемы санитарной очистки города.